Хочу вам показать замечательный кубок, сделанный из олова немецкой компании Artina SKS, которая является признанным лидером в производстве, европейским лидером в производстве оловянной посуды. Вот такой вот кубок на пол-литра. Значит, очень тонкая работа, украшен барельефами на тему произведений Альбрехта Дюрера. Значит, самые известные его работы: «Три крестьянина», «Рыцарь смерти, черт», вот, «Рыцарь и пехотинец». Очень тонкая работа. Ну, просто приятно держать его в руках. То есть держишь в руках практически произведение искусства. Конечно, можно использовать его по прямому назначению, выпить вина или пиво с друзьями. Но, в общем-то, подарить кому-то, я не знаю, если вы не знаете, что подарить своему другу, подарите вот такой вот кубок. Я думаю, он будет не просто удивлен, он будет шокирован приятно. Вот. И, конечно же, этот кубок в любом доме будет занимать какое-то почетное место. Однозначно. Спасибо.